Сейчас поговорим про конкурентный анализ и разработку уникального торгового предложения. Ну, чтобы провести анализ конкурентов, вам нужно понять, кто же наши конкуренты, сколько их, также определить ассортимент конкурентов, ценовая политика, ассортимент, определить отличительные особенности нашего клиента или нашего проекта от всех конкурентов. Чем мы будем лучше? Соответственно, уникальные торговые преимущества, в чем они будут? Ручной анализ конкурентов. 4 пункта содержит. Первое – это ищем конкурентов по основным запросам. То есть основные запросы поиска в Яндекс.Директ. Ну, это такие запросы, которые являются общими для проекта клиента. Ищем по этим запросам конкурентов. Добавляем в таблицу с сравнительным анализом. Добавляем данные о компании клиента, нашей компании. И отталкиваясь уже от всего этого, мы находим свое уникальное торговое предложение или преимущество. Чем мы лучше? Если клиент предоставил вам уникальное торговое предложение, то это делать не нужно, но я буду вам показывать, потому что клиент может что-то не предоставить, и вам все равно нужно будет эту информацию посмотреть. Если вы будете настраивать рекламу для своего проекта, то вам это нужно будет делать обязательно. Эта процедура занимает немало времени, но она единоразова. Соответственно, вы будете знать, чем вы лучше и почему вас стоит купить. Например, кстати, пример УТП. Купите горячие роллы, получите два напитка в подарок. При покупке смартфона LG карта памяти в подарок. Вот, кстати, про YouTube. 1000 целевых подписчиков в течение одного месяца или вернем вам деньги. То есть люди получают подписчиков, ничего не теряют. 500 интересных идей для ремонта квартиры своими руками. Это больше для рассылки. Ну и такая логистическая, не очень удачная УТП. Это доставка вашего заказа в любой регион страны. У большинства конкурентов этого нету. Если вы этим занимаетесь или ваш клиент, нужно на это давить в рекламных объявлениях и на посадочной странице. Ну вот, теперь и сделаем конкурентный анализ. Сразу хотел бы вам сказать, что... Вот, кстати, сайт. Вот, кстати, сайт бонусом. Вот, видите, вместо настройка Google AdWords. Конечно, будем другие ниши настраивать, но для примера подбор слов и проведение конкурентного анализа я буду рассматривать на примере этого проекта. Как вы все знаете, настройка рекламы в Google Ads, Google реклама. Заходим в Google, после чего добавляем основные запросы. Мы занимаемся настройкой рекламы. Настройка. Google AdWords. Google Ads. То наш основной конкурент сам Google. На самом деле это слишком общий запрос. Ну, например, это запрос больше для обучения. Книгу может быть найти. Поэтому мы уточним наш запрос и напишем «Цена. Настройка Google AdWords или Google Ads. Цена». Ну вот, давайте добавим в конкурентный анализ. Google мы не будем трогать. Заходим на первый сайт и копируем. Вставляем сам сайт.
Media System, такое рекламное агентство. Специально стал анализировать Украину, чтобы было интереснее. Дальше смотрим регион, где происходит настройка рекламы. В большинстве случаев это у кого сделан сайт на русском языке, то они настраивают рекламу не только, ну вот, например, офис в Украине. В основном данные агентства настраивают на все русскоговорящие страны. В принципе, можете выбрать СНГ. СНГ. Ну, если посмотрим на сайте у нас, на самом деле настраивать рекламу можно не обязательно в одной стране, можно всем людям во всем мире. Да, именно эта профессия это и позволяет осуществлять. После этого мы указываем ассортимент. В ассортименте можно указать те услуги, которыми занимается данное агентство. Например, добавляем SEO, SEO, контекстная реклама и таргетированная реклама в соцсетях. То есть, чтобы мы понимали, это узкопрофильное агентство, либо всего, либо комплексная компания. Ну, то есть, полный комплекс маркетинга. Вот здесь мы увидели, что, ну, есть как минимум три услуги у компании. После чего указываем цену. Но цену могут писать, а могут не писать. Контекстная реклама. Видите, цену уточняйте. Здесь по поводу цены ничего писать не будем. В принципе, в данной тематике можно цену опустить, а сам фокус сделать на отличительных особенностях. То есть, что у нас будет, а чего не будет. То есть, как может работать с клиентом. То есть, там, личный менеджер или особые условия. Давайте вернемся в у нас и посмотрим. Мы здесь можем написать. Работает 50 специалистов. Вот. 50 тысяч компаний из Украины, России и других стран. Ну, допустим, напишем все их преимущества. 700 плюс рекламных компаний. 5 тысяч компаний. Официальный дилер торговых площадок Prom.ua и Tio.ru. Это говорит о том, что это не маленькое агентство, а большое. Сотрудничает еще с площадками дополнительным. Сертифицированный партнер Google AdWords. Что еще? И база клиентов более 5000 компаний. Но это странно, что 700 рекламных компаний все проведено, а компания 5000, ну, как минимум, это странно. Ну, хорошо. Кстати, отзывы о нас, отзывы. Здесь видите текстовые отзывы. Да, которые... Текстовые отзывы вообще не впечатляют, не вызывают доверия. На сайте текстовые отзывы. Это как минус. Красным цветом я бы выделил. Так, сейчас. На сайте выделил бы красным цветом, что это вот так.
Тексты, отзывы – это минус. Чтобы мы смогли преобразить это в свой плюс, мы так и сделаем с вами. Ну, то есть, слабо проработано портфолио, отзывы. Если у нескольких конкурентов так будет, то вам можно это делать своим конкурентным преимуществом. То есть нужно в рекламных объявлениях можно показываться, что есть видеоотзывы, есть примеры клиентов. Посмотрите примеры наших работ. Посмотрите наши кейсы. Посмотрите, как мы заработали денег для компании. Так, вот, кстати, еще сайт. От 28 тысяч рублей. Цене 28 тысяч. От... Чё гарантия? Так, давайте посмотрим. digitalsphere.com. Хороший, кстати, офер. Дешевле на 15%. Регион. Я думаю, по всему СНГ работают. Ассортимент. Может быть, кстати, на весь мир работают .com, потому что сайт. Лендинг хороший, кейсы оформлены. То есть можно прям сразу написать «оформлены кейсы». Проводит бесплатный анализ, такой некий аудит, оценка. Бесплатный аудит, так делают все у компании, это хорошо, это правильный подход. Ну да, у многих маркетингов агентств это есть. На аудит рекламные аккаунты я так лично сам делаю, это нормально, дать рекомендации. И как это все можно внедрить. Вот, бюджет $500 минимальный, месячный. То есть $50 это где-то 30 тысяч рублей. Введение 250. Давайте изменим. От $450 настройка. То есть это всего от $250 сопровождение. То есть... Да. В ассортименте напишем контекстная реклама и разработка сайтов. Так. Вот, узнайте, сколько вы получите лидов. Бесплатный аудит. Как показывает практика, кстати, кто берет $500 с бюджетами, могут брать не всех клиентов и то есть, по сути, это ваши клиенты, которые могут, на которых вы можете брать на бесплатных клиентов. То есть у этих агентств можете брать клиентов с меньшими бюджетами. Также мы прорабатываем с остальными клиентами, вернее, с остальными конкурентами. Основное, что здесь нужно, это отличительные особенности.
Можно анализировать первые 5, первые 10. Можете проанализировать первую страницу сайтов. После этого написать информацию о себе. Вы можете делать бесплатные аудиты. То есть только если у клиента настроена рекламная кампания, тогда это можно делать. Ну, исходя из особенностей конкурента, выявить их слабые стороны и эти слабые стороны написать в отличительных особенностях.